самый главный приз, то есть, который это получает приз в размере 250 евро, тренировку в команде Бундеслиги, ту, которую еще может он получить. Билет на игру ФАБ Штутгарта. Андрей, вип-ложу, да, это Андрей Пономаренко. Андрей. Отдельное спасибо, Андрюха. О! Игорь. И бубна, бубна! Сейчас все вот это потом все будет.